Коллеги, добрый день. Как всегда, первым делом я интересуюсь, насколько хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Спасибо, вижу плюсики. Коллеги, давайте так, я для тех, кто меня не знает, представлюсь, а потом отвечу на первые вопросы, которые вы уже в чате мне позадавали. И после этого мы приступим к нашему вебинару. Зовут меня Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Media. И сегодня я продолжаю наш осенне-зимний цикл вебинаров, который состоит почти из 50 вебинаров. Вот такой вот план большой вебинаров у нас есть. План вебинаров в числе других, точнее, в числе двух файлов я присылку купил к нашей вебинарной комнате. Эти файлы можно скачать. Это, собственно, презентация, которую сегодня вы увидите, и план наших будущих вебинаров. <со <teamwork> <соединяй diffusion> Сегодня наш второй вебинар по этому плану вебинаров. Вебинар посвященный вебинар из цикла электронное обучение и посвящен он учебному контенту моей любимой теме. В частности, такой проблеме, как создание своей промо-странички и вообще использование бесплатных интернет-сервисов для продвижения своего учебного курса. Обращаю ваше внимание своими собственными силами, то есть не привлекая ваш пиар-отдел, не, при... <coughs> не привлекая художников, программистов и так далее. То есть э, всех тех людей, которых, как правило, очень трудно, до которых достучаться и э, э, с которыми общаться не всегда просто. Говорю это э, сознанием дела, э, так как э, сам э, в свое время неоднократно возглавлял э, центры по производству электронного учебного отдела в вузах. Все это непросто, поэтому нынешнему преподавателю достаточно комфортно многие вещи делать самому, если только это находится в пределах его компетенции, и его компетенции позволяют это сделать. Вот сегодня мы как раз поговорим об, э, о таких возможностях. А пока я э, отвечу на те вопросы, которые уже были. Первый вопрос: скажите, пожалуйста, можно ли будет посмотреть записи вебинара после его окончания? И будет ли электронный сертификат? Спасибо большое заранее. Отвечаю: сертификата по этому конкретно вебинару не будет. Сертификат у нас. Э, традиционно в компании Direct Media идет за некий набор вебинаров, которые из себя представляют более-менее законченный курс по нашей АБС и по нашим сервисам. Такой сертификат мы планируем, попозже я вам расскажу. Точнее нет, скажем так, мы полностью все условия мы опубликуем чуть чуть позже следите за нашими рассылками и новостями и вы об этом обязательно узнаете что касается записи вебинаров все наши записи ну за исключением тех моментов когда могли случиться какие-то накладки с записью все записи наших вебинаров традиционно мы выкладываем на наш youtube канал, его ссылку на него я только что дал в, в чате перед тем, как начать наш вебинар. Записывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые записи. Ну а вообще, все наши вебинары, проведенные нами, лежат в плейлисте под названием Вебинары. И этот вебинар через несколько дней попадет туда тоже. Как правило, требуется один-два дня, чтобы прошла обработка записи, и после этого вебинар возникает на нашем канале. Так, видел еще вопросы, сейчас... На какое время рассчитано занятие? Я думаю, ложится в час. Интересует вопрос публикации разработанного учебного курса для сообщества преподавателей. Вы знаете, в самом конце нашего сегодняшнего вебинара я расскажу, как промо-страничка курса превращается уже в полноценную контентную страничку курса, которую дальше можно использовать по назначению для обучения. И эта страничка, она уже становится полноценной. Единственное, что она вот как раз для вашего случая, для сообщества преподавателей, то есть она остается открытой. Это не тот контент, который вы можете в ЛМС или в системе дистанционного обучения, другими словами, разместить и закрыть его под замочный, это будет контент открытый. Ну, я как раз вот практикую для своих курсов именно такой вид контента, в частности потому, что собственно, сам контент он не продается, продается всегда образовательная услуга, то есть контент, подкрепленный вашими личными сервисами. Э, такими как вебинары, консультации и так далее. Поэтому я э, предпочитаю свой контент э, держать, ну, если не полностью открытым, то э, не запирать его, по крайней мере, под замок. <coughs> а, вот, ну, хорошо. Я и дальше э, буду отвечать на ваши вопросы, которые будут э, возникать. Может быть, если какие-то вопросы я сразу не замечу, то в конце отвечу. А, итак, коллеги. Э, Приступаем, собственно, к нашему сегодняшнему вебинару. Название ⁇ Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса ⁇ Напоминаю еще раз, речь идет о продвижении, которое может преподаватель организовать сам своими собственными силами, не привлекая других исполнителей. Ну и первый вопрос, который собственно, идет, а зачем, зачем автору электронного учебного контента или зачем преподавателю. Давайте так, я в нашем сегодняшнем вебинаре считаю, что преподаватель это и есть автор своего собственного учебного контента. Поэтому слова автор учебного контента и преподаватель я буду применять как синонимы. Преподаватель Короче, слово поэтому чаще буду его употреблять. Итак, зачем, собственно, преподавателю продвигать свою образовательную услугу? Для кого-то вопрос совершенно ясный, для кого-то он может вызвать вопросы. Зачем же действительно? Для этого есть масса причин в настоящее время. Первая причина это, собственно... Внутренняя конкуренция на рынке образовательных услуг, ну, собственно, и внешняя тоже, но те, кто конкурирует на внешнем образовательном рынке, как правило, и не задают такой вопрос, зачем продвигать свою образовательную услугу, да, а вот если вы, например, являетесь преподавателем вуза или среднего учебного заведения, то вопрос, собственно, я работаю по плану, меня обязаны обеспечить работа, я вот только преподаю своим студентам. Ну, как правило, в настоящее время это уже не работает, да, поэтому потому что внутри вуза у вас тоже своя собственная внутренняя конкуренция существует, и тот из вас, кто предложит лучшую образовательную программу, он получит лучшие часы, больше студентов и, соответственно, лучше продвинется на этом внутреннем рынке образовательном. Это сейчас можно наблюдать повсеместно в вузах. Ну, вы знаете, что у нас сейчас происходит. Количество вузов сокращается. Преподаватель вуза становится такой достаточно к сожалению, может быть, достаточно специфической специальностью, когда конкуренция повышается. Вот поэтому, даже будучи преподавателем вуза, надо уметь продвигать свою образовательную услугу. Ну, далее идет, далее, это заявить себя как субъект на открытом рынке, потому что как правило если кто-то из нас работал преподавателем только внутри большого заведения какого-то учебного, очень часто эти люди себя неуютно, держат, неуютно чувствуют на открытом рынке образовательном. А на самом деле... Сделать туда шаг надо, можно, и это не так уж сложно. То есть вот продвижение своей услуги это такой, ну не скажу, что первый, но может быть один из первых шагов в сторону проявления себя как субъекта на открытом уже образовательном рынке, когда вы выходите один на один со своими слушателями и, собственно, финансовую выгоду вот получаете непосредственно от них, ну или э, иногда это может быть какая-то э, компания продавец ваших курсов, да, э, которая вас э, <coughs> тоже вместе с вами продвигает. Но, как правило, такая компания, если вы не имеете внятных внятного собственного мнения по поводу того, как продвигать свою образовательную услугу, она вас тоже будет продвигать только какими-то стандартными средствами, писать стандартные фразы, вот, а вам бы надо было бы ей помочь. Вот почему тоже надо продвигать свою образовательную услугу самостоятельно. Ну, дальше продвижение личного бренда. Это, собственно, продолжение первых двух пунктов. Если вы собираетесь конкурировать на рынке, вам надо продвигать свой личный бренд, то есть свое имя. Вообще говоря, многие исследователи образовательного процесса говорят о том, что университеты будущего это будут некие площадки, на которых профессора и преподаватели будут продвигать свои собственные образовательные бренды. Что это уже не будет такой заорганизованной структурой, как это сейчас с большой администрацией, с огромным количеством бумаг, вгосов и так далее. Да? А что это будет более такая менее институци... институ... институциональная а более сетевая структура, на которой будет бренд преподавателя значить гораздо больше, чем он сейчас значит. Сейчас больше всего значит бренд учебного заведения. Да? А уж каких там преподавателей подобрал университет, это, конечно, важно, но это второстепенный бренд. А в будущем, возможно, будет наоборот, когда собственно, университет будет состоять из совокупности брендов преподавателей. Далее. Продвижение своей собственной образовательной услуги – это предъявление гарантии качества своего продукта своим будущим потребителям образовательные услуги, опять же, да, причем, что очень важно, предъявление некой гарантии качества до того, как они узнали вас именно как преподавателя. То есть по первым вашим шагам, по тому, как вы продвигаете курс, насколько подробно вы его описываете, какую именно программу вы придумали, как ее расписали и как это все организовали чисто визуально, а вас будут судить как о преподавателе. Ну, тут можно привести и русскую поговорку, что по одежке встречают, да, конечно, провожают то по уму, но прежде чем до проводов дело дошло, все-таки надо сначала показать некие внешние признаки того, что вы готовы оказать качественную образовательную услугу. Так вот, Продвижение в свои образовательные услуги ⁇ это и есть некая предварительная гарантия качества. Следующий пункт ⁇ это контакт с будущей аудиторией. Если вы организуете на своей промо-страничке вашего учебного контента некую форму связи, то еще до того, как вы начнете обучать своих слушателей, вы получите, вы получите некий первичный контакт со своей будущей аудиторией. То есть люди начнут вас спрашивать, начнут интересоваться ценой, структурой вашего курса, программой. И именно на этом этапе вы можете понять, что возможно... Аудиторию интересуют еще вот такие вот вопросы, а такие-то вопросы ее не интересуют. Возможно, можно еще не поздно сделать какие-то изменения в программу. Может быть, вы ошиблись с ценой в большую или меньшую сторону, со временем проведения вашего курса, с... причем как со временем имеется в виду по календарю, так и со временем по э, вашим синхронным мероприятиям, например, там всем удобно в 15.00, а вы проводите в 8 утра, а, ну и так далее. То есть первичный контакт это очень удобная и правильная вещь. А, ну и <coughs> да, вы еще можете ошибиться и с представлением о том, кто к вам придет. Да, то есть вы рассчитываете на один уровень, а придут вам люди, э, э, исходя из вашего названия, придут люди и описание, придут люди э, другого уровня. То есть либо скажут, что вы нам даете то, что мы и так знаем, либо наоборот начнут жаловаться на то, что вы нам даете такое сложное э, знание, что мы их не можем освоить. Э, нам нужно предварительно или больше разжевывать надо. А, ну и из этого пункта следует следующий пункт это определение оптимальной структуры курса на раннем этапе. Очень важный вопрос, потому что, особенно когда вы уходите на открытый образовательный рынок, очень важный вопрос, потому что э, вы-то про себя э, знаете одно, вот вы э, свою программу э, любуетесь на нее, думаете, какая она хорошая. Ну, я надеюсь, что вы любите все свой предмет. И, соответственно, программу такую создаете, какую вы считаете нужным. А может быть, людям-то нужно совсем другое. Да? И вот как раз вот с этим вы тоже можете на этапе продвижения образовательной услуги познакомиться. Лучше познакомиться на этом этапе, чем на этапе, когда вы поймете, что к вам никто не пришел, и э, ваша образо... образовательная услуга э, менее востребована, чем вы, э, чем вы думаете. Вот э, это только не... некоторые э, доводы к тому, чтобы начать продвигать свою образовательную услугу. А теперь мы... Э, э, давайте я вам покажу, что именно, о чем именно я сегодня буду рассказывать. Как мы договорились, я сегодня буду говорить только о тех, только о том, что можно сделать при помощи бесплатных или полубесплатных интернет-сервисов, то есть никакого сложного программного обеспечения, ничего, что требовало бы установить программное обеспечение на своей стороне компьютера, все, что можно сделать непосредственно в браузере и результат же потом в браузере показал, показать. Вот первое, о чем я сегодня хочу вам рассказать, это как можно создать промо-страничку своего курса в сервисе Tilda. Следующим этапом расскажу, как надо работать со структурой, со структурой промо-странички своего курса, которая потом, если вы ее хорошо создали, почти один в один ложится и в сам курс. Следующий вопрос, какие сервисы использовать и вообще как работать с текстами своей промо-странички. Впрочем, эти э, советы будут касаться и самого курса тоже. Четвертый пункт ⁇ это сам себе билд-редактор, э, как работать с иллюстративным материалом, где подбирать нужные картинки, как не нарваться на правовые вопросы при этом. Э, Следующий путь – это э, применение на своих страничках интерактивных элементов и форм. Ну и последний э, пункт – это от промо-странички к курсу э, наполняем страничку э, учебным контентом. Как из своей промо-странички сделать боевую страничку э, своего курса или разбить ее на ряд боевых страничек и там разместить э, весь учебный контент, который вам пригодится э, в вашем курсе. А, ну что ж, поехали по нашему плану. Итак, создаем промо-страничку э, в сервисе тильда. Э, сейчас я вам. Давайте пару слов скажу о сервисе тильда. Почему именно в этом сервисе? Ну, на самом деле есть несколько сервисов подобных. Э, на мой взгляд, это один из наиболее удачных сервисов конструкторов контента, э, который позволяет. Э, Человеку, ну скажем так, далекому от вопросов дизайна и э, программирования и э, вообще веба то есть от того, чтобы создавать странички в интернете с нуля, э, позволяет вам создавать хорошие странички, э, читабельные, э, красивые структурированные наполненные медиа ресурсами и так далее несмотря на то что сам сервис создавался не для образовательных целей а у него более широкая направленность он очень хорошо ложится в проблематику учебного контента и его использовать на мой взгляд достаточно интересно итак вот у нас я показываю несколько страничек, точнее это только не сами странички, конечно, а их обложки. Кстати, да, как я говорил, в правом верхнем углу у вас есть такая кнопочка, вот сам, самая такая. Правая кнопочка в верхнем углу это крестик, это выйти из вебинара, а чуть левее от нее кнопочка, по которой вы можете скачать все файлы, которые я приложил к данному вебинару. И там же есть список ссылок. Вот среди списка ссылок есть, насколько я помню, и несколько примеров. Ну, а будет в самом конце еще один пример от меня лично, и мы, вы увидите пример такой посадочной страницы. Так вот, давайте я вам покажу несколько примеров. Это вот один из примеров, который я нашел в сети. Да, ну, кстати, если вы откроете ту не хочу просто все, все ссылки давать прямо в чат. Ну, не надо прямо уж все прямо сейчас смотреть. Потом, когда будете просматривать презентацию, вот тогда уж уже по этим ссылкам можно будет пройтись более подробно. А... Но тем не менее, вот один из вариантов промо-странички которые содержат обложки, странички, которые содержат все необходимые элементы первого экрана, так называемые посадочные страницы курса, да, это такой термин из SEO да, из области SEO, продвижение поискового. Ну, мы должны будем тоже использовать примерно те же термины, раз уж мы занялись этим вопросом. Ну, можем говорить о посадочной странице, о лендинг-пейдж, если это по-английски. Или мы применяем другой термин промо-страничка нашего курса. Это все одно и то же. Так вот, по тому, что должно входить в этот экран, мы поговорим чуть попозже. А сейчас просто пара примеров, точнее тройка примеров. Да? Один пример вот этот, второй пример, пример Никиты Обухова. Мы поговорим по поводу этого курса. Это, собственно, сам создатель Тильды. Он же и применяет свой инструмент, разработанный собой в для собственного учебного курса. Ну и вот я хотел показать свою промо-страничку, которую я сделал для своего майского курса. Это последний курс, который я вел. Последний онлайн-курс. Вот для него примерно такую страничку разработал. Еще раз говорю, по структуре мы поговорим чуть-чуть попозже. А здесь пока просто пара советов, которые состоит в том, что на самой главной, на самой первой страничке должна быть самая главная информация, которая интересует ваших пользователей. И для этого вы создаете некую структуру. А самый первый, самый главный экран, его желательно начать с обложки. И эта обложка должна быть достаточно красочной с одной стороны, а с другой стороны она должна создавать ощущение вашего курса, передавать метафорически, передавать суть вашего курса. Да? То есть можно, конечно, просто использовать какую-то картинку красивую, но это не так здорово. Лучше использовать то, что вы считаете важным, то, что символизирует ваш курс. Впрочем, об этом чуть попозже. Итак, почему Тильда? Полностью называется Тильда Publishing. В списке ссылок есть этот сервис. Давайте я вам еще раз дам его. Так, так, так. А, собственно... Сейчас, одну минуточку, я дам ссылку прямо на этот сервис. чтобы можно было его посмотреть прямо по ходу дела. Так, одну минутку. Вот эта ссылочка. <coughs> Вместе с такими сервисами, как Tilda Publishing, приходит название, которое появилось буквально несколько лет назад. Для кого-то из вас оно может быть незнакомым. Название Long Grid. Лонгрид, ну, уже вот, да, вот в русском написании это есть. Конечно, оно сначала появилось в английском написании. Означает длинное чтение. Да, я прошу прощения, вот этой буквы М, ее не должно быть. Сейчас я вот так вот, это, наверное... Да, вот так вот. А... Понятие Long Read появилось, это чисто медийное явление, связанное с тем, что происходит на, на наших глазах в сети. Да? А что происходит у нас в сети? Происходит следующее. Мы разучились читать длинные тексты, нам подавая коротенькие сюжеты, и длинные, длинные тексты мы не хотим читать, особенно если... Вот мы тыкнули куда-то, и еще не знаем, читать нам это или нет, увидели длинные тексты. Если нет уже заранее серьезной заинтересованности, то мы просто бросим это читать. А long read это такой длинный текст, который, во-первых, увлекает самого первого экрана, сильно структурированный, с большим количеством медийных ресурсов, интересного контента, интерактива, мультимедиа. В общем, такой длинный текст, который читать приятно, даже когда он является достаточно длинным. Ну, достаточно длинным назовем такой, такую страничку, которая подразумевает где-то 5, 6 или более экранов вниз, когда вы должны читать. Ну, тем более, когда это 10, 15 и так далее. А вот, э, вот такое понятие было создано. Э, сначала их делали э, руками, эти лонгриды. Э, Самым первым лонгридом был так называемый, уже его называют э, не с большой буквы, а с маленькой. Snowfall, э, это лет 5 назад э, 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 газета New York, New York Times э, Первый свой read опубликовала. Это было сделано еще ручками. Сноуфол, потому что он рассказывал о снегопаде в горах. Вот такая вот мультимедийная страничка, которую они сделали. И она оказалась настолько популярной, что потом все начали вот лепить такие сноуфолы. Ну и не прошло и двух лет, как появились, двух или трех лет, как появились специальные инструменты, которые уже позволяют делать такие лонгриды собственными силами, не привлекая сторонних дизайнеров, программистов и так, и так далее. Вот тильда это такой, э, такой инструмент. А внизу, сейчас не буду давать ссылку, потом почитайте, хорошая статья по поводу того, что такое мультимедийный лонгрид и как его создавать. В чем суть тильды? Суть тильды в том, сервиса тильда. Да, сервис тильда условно бесплатный, то есть это сервис с одним бесплатным и несколькими платными планами. Бесплатный план достаточно демократичный и хороший, и в нем можно не только начи начинать, но, в общем-то, можно делать очень много полезного, даже не переходя к платным планам. Ну и платные планы, они, в общем-то, не сказать, что очень дорогие, они по силам среднему преподавателю. Так вот, самый смак тильды заключается в модульности. А модульность — это э, что такое модульность? Это, это когда вы свою страничку создаете из э, заранее созданных дизайнерами блоков, э, как из кирпичиков. Внутри этих блоков все гармонично, подобраны шрифты, подобраны э, расположение иллюстрации относительно шрифтов, э, специальные элементы подобраны. И вам остается только наполнить эти модули своим собственным контентным содержанием. Это позволяет вам, не будучи дизайнером, делать дизайнерские красивые вещи. Следующий пункт ⁇ это набор библиотеки блоков. То есть, если есть модули, вопрос, откуда их брать. Так вот, в настоящий момент в Tilde около 350 готовых блоков контента. Не все из них, правда, доступны в бесплатном плане, но базовые доступны. То есть в любом случае у вас будет даже в базовом плане за сотню блоков, из которых вы можете, как из кирпичиков, строить свою страничку. Ну и последняя характерная черта тильды – это адаптивность. Это то, что когда вы создаете контент, Тильда сама пытается его э, при показе э, адаптировать под любое устройство. То есть, если вы создали его под большой экран, э, а смотрят его с, э, со смартфона, то все равно э, эту страничку можно будет посмотреть. Она может быть не так красиво будет выглядеть, но э, вполне прилично и э, все будет нормально. А тем, боле... тем более, если вы специально хотите адаптировать э, страничку под э, смартфоны и э, планшеты, вы это тоже можете сделать, э, но ну, это уже такое э, продвинутое использование сервера, э, сервиса, когда вы э, свою страничку э, адаптируете под каждый вид устройства и делаете ее немножко э, различной в зависимости от того, какие устройства будут использоваться. Но, повторяю, даже если вы об этом не задумываетесь, Tilda попытается при показе оптимизировать вашу страничку под то устройство, которое применяет ваш пользователь. Одно из главных преимуществ тильды, ну, собственно, нет, это э, не э, главное преимущество тильды, но м, один из ее коньков. Э, вообще лонгрид принято строить по следующей э, схеме: э, в самом ее, в самом верху э, находится обложка. Обложки можно применять не только э, наверху странички, но и внутри ее. Но ну, наверху она точно должна быть. Самое главное правило это начинаем наш рассказ с красивой э, картинки. Э, вот наше нынешнее медийное э, состояние таково. Э, причем это вне возрастно уже я не хочу говорить, что это состояние наших, э, нашей молодежи. Это э, любые люди, которые сейчас потребляют контент в интернете, они привыкли, что им. Э, дают картинку для подкрепления их желания прочитать какой-то текст. Причем, чем больше и чем более высококачественная картинка, тем лучше. И вот тильда позволяет использовать в качестве одного из блоков обложку. Точнее, это даже не блок, а это тип блока, в котором находится там штук 15 различных вариантов обложки. Вот здесь вы видите пример такой обложки. Это <coughs> пример обложки к одной из тем моего курса. Пару слов об интерфейсе тильды. Не будем долго об этом говорить. Собственно, вот все, что вам надо знать о тильде, сосредоточено на вот этом э, экране. Ну, почти все. Да? Вот эта совокупность кнопочек э, она позволяет полностью управлять э, э, созданием вашей странички. Ну, э, Справа не будем. Справа такие банальные кнопочки, как вырезать, копировать, вставить, показать и не показать страничку, там, стереть ее, дублировать и так далее. Внизу вопросик это непосредственное обращение к поддержке. Кстати, утиль это хорошая поддержка. И самые главные кнопочки слева наверху. Вот 1, 2, 3. Первая кнопочка это выбор, э, выбор блока контента внутри э, типа. Если вы выбрали обложку, то внутри обложку, обложки вы можете э, переключаться между различными подтипами. Да? А, номер три это контент. Это вообще самая главная кнопка. Э, собственно, начало работы в тильде состоит в том, что вы. Выбираете какой-то блок, он появляется, он появляется заполненный стандартным контентом каким-то. И дальше вы нажимаете на эту розовую кнопочку и вместо стандартного контента э, загоняете туда свой контент. Свою картиночку, свои тексты э, и так далее. Ну и есть кнопка 2, э, которую которой интересно пользоваться уже когда вы немножко освоились э, с кнопочкой 3. Это тонкие настройки э, вашего блока сдвинуть интервальчики, изменить цвета, изменить способы появления ваших элементов, включить или выключить параллаксный дизайн, когда у вас разные элементы вашей странички с разной скоростью выползают на на ваш экран, ну и так далее. Собственно, вот и все. Чем, чем хороша? Кнопка 3 позволяет вам сделать быстрый вход в ваш в новый инструмент. То есть это та кнопка, которая, знаете, у каждого инструмента есть так называемый learning, learning curve. Да? Это вот для нас, для преподавателей, для создателей контента это очень важная характеристика. Вообще learning curve это время, условно говоря, время или усилия, необходимые для освоения, ну, в данном случае освоения инструмента. Если, вот, например, Photoshop, это такой, такой программный продукт, у которого Learning Curve очень длинный. То есть э, э, я 15 лет пользуюсь фотошопом, но я не освоил даже и 10% его э, возможностей. Ну, может потому, что я не дизайнер, э, был бы это мой рабочий инструмент, я освоил, но тем не менее это сложный инструмент. А вот тильда это простой инструмент, точнее он простой на входе, э, а дальше он начинает усложняться по мере того, как вы от него хотите все больше, больше и больше. Вот эта розовая кнопка, она позволяет э, сократить вот этот вход в, вход в Коллеги, сейчас мы вернемся к нашей презентации. Одну минутку я открою тот слайд. Да, вот еще раз хочу сказать, что у меня подготовлено 5, а на самом деле уже 7 роликов по тильде. Кто заинтересуется, может зайти, они находятся на моем канале в YouTube и посмотреть их пару слов о, 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 о тарифах тильды ну вот о, я сейчас работаю в двух тарифах у меня есть личный свободный план и бизнес-план от той компании который, для которой я готовлю свои лонгриды. я хочу сказать что и в свободном плане тоже можно делать достаточно много о, всего хорошего и уж точно с него начать можно более подробно не буду об этом говорить. Ну что ж, мы дошли до вопроса работы со структурой. Я предлагаю вам вот такую структуру для вашей, для вашей странички, для вашей промо-странички. Название, обложка, кнопочки, информация о времени проведения, варианты цены, формы проведения. Вот эти вот первые пять или шесть пунктов э, очень желательно дать прямо на первом экране, чтобы они были. Э, э, дальше основные цифры по курсу или габаритные параметры. Обращение от автора. Э, представление автора, то есть кто вы есть. Э, информация расширенная о курсе, о его программе. Э, если возможно расписание курса дальше отзывы ваших прошлых слушателей вашего курса если такие существуют и формы для формы для общения вот по моему опыту вот такая структура она достаточно хорошо работает и имеется в виду что эта структура располагается вот прямо сверху вниз как я вам и говорил по по мере перелистывания. Ну, давайте вкратце посмотрим. Вот, собственно, обложка, название и кнопочки, которые вот те самые первые 5-6 элементов. На первом экране человек должен видеть, прежде всего, название. Как выбрать название, это уже ваше дело. Желательно, чтобы оно было относительно коротким, емким, информативным и захватывающим. Дальше желательно, чтобы человек прямо сразу видел, что это онлайн-курс. Если он онлайн-курс, разумеется. То есть о форме проведения курса он должен узнать с первого же экрана. Ну вот совсем наверх здесь не смотрите. Здесь наверху общая менюшка для нескольких страниц, для нескольких промо-страниц курсов. Дальше должна быть кнопочка записи на курс. То есть человек, который уже принял для себя решение, он не должен листать в самый конец странички, чтобы нажать на эту кнопочку. Он должен нажать ее прямо с первого экрана. Дальше очень важная вещь ⁇ это время проведения курса потому что не все могут принять в то время, когда вы запланировали, и человек должен сразу понять, что вот, о, это то время, которое надо. Ну и важный, важный момент ⁇ это стоимость курса. Вы не должны скрывать стоимость своего курса. Если она бесплатна, сразу пишите крупно, что он бесплатный. Если он платный, честно пишите сколько он стоит, это сразу располагает людей к вам, потому что человек видит, что у вас открытая политика и по времени, и по стоимости, и вы не будете зарывать эту информацию где-то в конце своей странички. Габариты курса, вот есть вот, да, я все показываю, все исходя из тех блоков, которые есть в стильде. Вот габариты курса. Я использую вот такой вот блочок, где сверху есть место, где можно написать какие-то цифры или очень короткие ключевые слова, а снизу кратенькое объяснение. Вот такие вот габариты тоже сразу после, после вашей обложки, они с... Уже человек, который заинтересовался вашей обложкой, он может получить чуть-чуть э, большую информацию о вашем курсе и принять решение читать ему дальше или нет. Вот это э, тоже хороший стиль, э, стиль открытости. Э, обращение автора. Это следующий момент. Перед тем, как дать подробную э, описание курса, вы обращаетесь к своей целевой аудитории. И э, в этом обращении вы... Э, даете ваши цели, то есть чему вы научите, кому это интересно, может быть и вообще идею главную идею курса вашего излагаете. вот такой блок в тильде есть для различных обращений, где можете поместить себя свою фотографию, свое высказывание и кто вы есть написать. вы можете создать отдельную страничку или на своей страничке курса, если у вас нет больше других страничек, вы можете прямо внутрь странички, промо-странички внедрить вот такое представление автора, в котором вы подробно расскажете о себе, уже более подробно, чем в предыдущем пункте. Это, кстати, очень важно с точки зрения бренда авторского. Вы должны внятно указать, кто вы есть, какие у вас, чем вы раньше занимались, почему вы читаете именно этот курс и так далее. Дальше идет программа курса, где вы можете. Вот здесь два облачка. Первый это тоже обложка, а ниже идет содержание темы. И вот, вот таким вот образом можно, например, изъяснять программу своего курса. Не просто длинным текстом, а для каждой темы сделать свою обложечку со, со своим рисунком. И это тоже позволяет человеку дольше читать ваш текст, потому что длинная программа она не располагает к прочтению. Расписание курса, чуть позже я об этом остановлюсь, тут можно применить э, другой, встроить другую, э, другой сервис, при помощи которого сделать расписание, сделать расписание интерактивным. Отзывы, вот так, такой блок есть, например, э, для отзывов, мне очень нравится верстка этого блока. Вот можно ее тоже использовать. Отзывы очень важны, потому что если, ну, разумеется, в отзывах надо писать правду. Если кто-то вам разрешил написал про вас хороший Меня отзыв и Паэл разрешил Карин. вам его использовать а в открытом доступе, то вот которые которые можно его электронного эти электронного отзывы на свою страничку положить. Сервис Тильда, это конструктор контента, который Ну и последнее, страницы, что я вам предлагаю сделать, это тексты, запрос на картинки, курс. Если видео, у человека есть к вам вопросы, файлы, вы можете использовать вот такой элементы. вот тоже блочок вот вот и, его... и получать, например, на свой e-mail запросы от людей, карцелей, которые хотят задать вам вопрос. Это гораздо эффективнее использование такой формы, нежели просто напечатать свой свой e-mail потому что при наличии Сейчас формы гораздо большее количество людей этим, да? того, преодолевает вот эту планку мы для мы того чтобы написать вам свой запрос на страницу таких примеров ну а давайте для чего нужны запрос об этом я уже примеров. вам говорил давайте остановимся на одном из я прошу прощения Частная конечно в уложенный час Нет, мы, мы контакт контакт с вами не уложились я эту тему так люблю что быстро это, пожалуй, рассказывать у меня не всегда получается хотя наверное это не есть хороший стиль вебинарный ну вот я думаю что то еще минут 15 20 Таком, на, ну, 15 скорее нам еще лучше, а, нам еще понадобится uh, итак работаем с текстами ну, а работа с текстами это очень важно несмотря на то uh, что мы тексты постоянно разбавляем элементы, картинками мультимедийными наблюдали. элементами ну, и так далее всего, текст остается для обучения важнейшим элементом ну так что же делать чтобы этот текст не был кислым и его можно было читать первый вопрос это оформление текста блоки, а, его типографика внимание, как я уже говорил в тильде блоков, принято а, приняты хорошие стили в которых за вас уже и, и, все сверстано и главное не портить тем не менее хорошо бы знать вообще что хорошо а что плохо в типографике типографика это такая пограничная область между версткой и, как и Э, Кроме смыслом того, текста, да, да, то есть, есть в нее включается как э, выбор нее, шрифтов, а, такие верстальные уже вещи, выбор шрифта, точнее даже не точнее выбор шрифта, основе... а выбор. Следующие выбор картинки шрифтовых картинки. пар и шрифтовых троек. Так, То есть вот, с текстом, одни шрифты с друг так, с другом сочетаются, другие нет. Вот кстати, все блоки тильды созданы по принципу Мы видим шрифтов... вот под... картинки, уже подобранных картинки, шрифтовых прав пар. А чтобы подробнее, вопрос развития. типографики решить, ну, и, да, ну и еще к типографике относится такой вопрос, примыкающий уже к картографии вещам к текста, да, это где использовать какие символы, например, где использовать длинное тире, где использовать короткое тире, где нужно использовать неразрывный пробел, а где можно его не использовать, ну и так далее. Я вам предлагаю прочитать, вот есть очень хорошие переведенные четыре главы из англоязычной книжки по поводу типографики внутри один пример, а, в e-learning, то есть в, а, а, в обучении. А, и Он вот а, сейчас я вам страница, дам... Каждая страница сейчас я вам дам эту ссылочку э, разделы, интерактивные э, элементы. в чат. Я считаю, общем, что это элементы, достаточно важный текст, который... Ой, он очень длинный получился. Страниц. Ну, надеюсь, страницу что... Страницу а, толпу сейчас толпу его, конечно, не читайте. И этот и текст примерно на час чтения. Разделов, чтения и почитайте и его потом. Очень хороший пример, как надо работать с типографикой. Ну, разумеется, не типографика единой, да. А вопрос еще состоит в том, а как же писать хорошие тексты, разделы. потому что а, мы можем знать э, предмет. Очень хорошо описать такие кислые тексты, после которых э, людям после абзаца захочется вот покинуть вот ваш курс, есть, ну а тем более промо-страничку. Вот, да? вот а, uh, в сети есть такой замечательный сервис, элементы, который называется случае, «Главред», от слова ой, м, «главный редактор», который позволяет вам э, улучшить свои тексты путем устранения неких ошибок, которые реализует. автоматически этот сервис в ваших текстах распознает. А... Вот, как собственно, этот... Непосредственно на странице Сейчас портала, откуда она взята? А, Вот этот сервис, он абсолютно бесплатный. Попробуйте им как-то пользоваться. Возьмите любой из своих абзацев, ну, который вы создавали для какого-то курса, или вообще любой ваш текст, который вы написали лично, и внесите его туда и посмотрите, что получится. Пользоваться им ну, просто патратилы, банально, там просто надо заменять патратилы. одни слова на другие, и хороший, получается хороший эффект при этом. Uh, следующий сервис, которым тоже неплохо было пользоваться, если первый работает непосредственно с главред работает страницу, непосредственно с отдельными абзацами по словам, и и то есть такой другой э, такой сервис, который вот находится на вот этом это вот. Э, э, так, сейчас я посмотрю, есть у меня он где-то. Э, сейчас я все-таки вам дам его, чтобы вы тоже посмотрели э, в чате э, ссылочку. одну минуту вот он вот эта ссылочка это э, оценка читабельности это вы м, уже берете весь свой текст ну достаточно большой может быть или только тоже несколько абзацев э, передаете в этот сервис, нажимаете на кнопочку, и э, вам выдается некие числовые характеристики, говорящие о том, что ваш э, э, текст достаточно простой или достаточно сложный, э, и вы... Э, э, да, и что самое интересное, он дает оценку э, образовательного ценза и... Э, э, возраста человека, для которого этот э, текст можно давать. Э, я с этим э, сервисом провел несколько э, интересных э, операций. Я туда э, пробовал э, передавать тексты русских классиков. И я хочу сказать, что даже те э, классики, о которых мы говорили, можем говорить э, как о сложных, да, вот, Достоевский, Толстой, Чехов. Э, э, я с удивлением узнал, что... Э, их тексты с точки зрения лексики, да, не с точки зрения передаваемых идей, а с точки зрения лексики, они вполне понимаемы э, там в пятом, шестом, седьмом классе школы. Вот наш э, наша цель писать такие тексты, особенно в промо страничке, разумеется, э, которые доступны даже школьнику, несмотря на то, что у вас может быть там ваш курс по какому-нибудь сложному аспекту теоретической физики или философии, тем не менее ваши тексты должны быть простыми, лексические тексты должны быть простыми. Ну и вот мой любимый пример, он в настоящее время, конечно, может быть немножко не я проверил один известный текст времен войны. Текст, который написал Илья Эренбург, это обращение к красноармейцам, вышло в 1942 году в «Красной звезде». Текст назывался «Убей немца». Ну, ужасно неполиткорректно с нашей точки зрения, но 1942 год, имейте в виду, совсем другие, другая ситуация. Я просто его исследовал в этом сервисе по поводу того, для кого он предназначен. Несмотря на то, что смысл этого текста очень глубокий, мощный и, ну, хоть и несет некий негатив, да, но а, лексически этот текст предназначен для первого-третьего класса 6-8 лет. А, то есть, а, а, вот если мы научимся писать лексически простые тексты, а, наши тексты а, будут гораздо действеннее, чем если мы будем писать некую заумь. Да, то есть мы потом свой ум должны продемонстрировать в том, как мы обучаем, а не в том, что мы пишем умные слова, длинные или длинные предложения, сложно сочиненные, сложно подчиненные. Вот пытайтесь писать простые тексты, и э, э, тогда ваши курсы будут пользоваться успехом. Ну, особенно это касается, конечно, и э, промо-странички. Дальше идем. Подбор картинок. Ну, бильд-редактор, если кто не знаком, это э, такой человек в редакции, который занимается подбором иллюстративного материала. Сам он ничего не рисует, но э, подбирает красивый, э, красивые э, оформления к статьям журнала, газеты или интернет-ресурса. Э, так вот, э, как нам стать бильд-редакторами? Э, ну, во-первых, вот есть вот такой вот... Э, сервис, который называется Спрус. К сожалению, я вот сейчас проверил, этот сервис в настоящий момент почему-то не функционирует. Но я кратко о нем расскажу. Этот сервис скорее для подбора картиночек, которые можно вставить в социальную сеть для продвижения своего курса, нежели для, собственно, для странички курса. Им пользоваться очень просто. За одну минуту можно изготовить какую-то вот такую вот картиночку и сверху наложить надпись. Причем картиночки выбираются из свободного контента. То есть из того, что точно является юридически чистым. Вот три поля, в которые надо заполнить. Текст поисковое слово по которому будут найдены картиночки из этих картиночек вы выбираете одно накладываете на них текст и делаете download и после этого у вас это либо сразу можете разместить в какой-то в какой-то соцсети ну ничего больше по этому поводу не буду говорить а теперь более общий случай вам надо подобрать картиночки ну, в, например картиночки для вашего для, вашего, для ваших обложек. Как это сделать? Это можно сделать в поиске Google картинки. Ну и подробнее о том, как это сделать, вот здесь показано. Во-первых, самое главное подобрать правильное поисковое слово для вашей метафоры, метафоры вашей, вашей обложки. После этого надо искать не просто по Google, а по Google картинкам. Есть кнопочка «Инструменты поиска». И в этой кнопочке надо выбрать следующее. Надо выбрать «Большие картинки». Размер больше чем. Ну и я предлагаю выбрать 1600 на 1200. Но в крайнем случае можно выбрать чуть-чуть поменьше. 1024 на 768. Ну и если вы заинтересованы в том, чтобы у вас была юридическая частота используемых ваш, вами картинок, вы опять же можете перейти в инструменты поиска право на использование и с лицензией на использование. Имеется в виду открытая лицензия Creative Commons, которая позволяет вам использовать картинки ну правда с указанием авторства. Где-то это надо сделать, наверное, можно в конце вашей странички. Ну, по крайней мере, вы ничего не должны э, платить э, за использование этой картинки. Э, кроме картинок нам может понадобиться музыка. Э, и тут, опять же, чтобы не нарваться на юридические э, всякие вещи, можно использовать музыку, которую э, вы можете взять с YouTube. Как ее взять? Вот про этой, по этой простой ссылке или вот по этой... Э, последовательности меню в youtube включаете творческую студию дальше нажимаете на кнопочку создать и есть кнопочка фонотека вот в этой фонотеке располагаются под лицензией creative commons различные музыкальные произведения их можно по фильтру отобрать по направлению музыкальному по стилю по что важно по настроению музыки, по длительности музыки и дальше использовать в качестве фоновой музыки где-то. Интерактивные элементы. Запрос на курс. Такой блок есть в самой тильде и несколько различных есть форм. Самая простая форма позволяет отправлять то, что вам напишут в форме на ваш e-mail. Более сложные формы позволяют формировать из этого табличные таблички в Google Доках или базы данных, или подключаться к какой-то CRM-системе. Ну, это более сложные варианты, их не будем рассматривать. Еще один интерактивный элемент, который я предлагаю вот для расписания курса, я использую ленту времени ось времени, а в качестве сервиса, который при помощи которого можно создать ось времени, я предлагаю такую, такой сервис, как Timeline.js замечательный сервис. Вот я привожу его ссылку. Потом посмотрите, он в списке ссылок есть. И у меня есть по этому сервису ряд учебных роликов. В общей сложности минут на 40, наверное, можете их посмотреть, чтобы понять, как пользоваться этим сервисом для создания своих расписаний. Конечно, пользоваться им можно не только для создания расписаний, это сервис широкого применения, я его применяю в разных случаях. Ну, очень хороший сервис, им очень приятно пользоваться. Ну и последнее, это от промо странички к наполнению контента. После того, как вы создали программу своего курса внутри вашей промо-странички, вы можете разбить вашу страничку по темам. И начиная с описания темы, с программы своей темы, начать наполнять ее контентом. Своими текстами, своими учебными видеороликами, чужими видеороликами если они находятся в свободном доступе картиночками галереями ну всем всем чем пожелаете тут возможности тильды сказываются в той же степени что и для промо-страничек для всего есть свои блоки все удобно компонуется и если вы кто-то кто -то, кто -то, кто нибудь из вас работал с LMS системами дистанционного обучения как правило в них компоновка контента это Мучительное выдавливание этого контента вот во внутреннюю структуру LMS. Вы знаете, после LMS работа с тильдой это ну, просто вот ложится на сердце. То есть это настолько удобнее, чем любые внутренние конструкторы учебного контента. Что, в общем, как небо и земля. Сейчас в завершении нашего вебинара. Я э, покажу как раз примеры и примеры наполнения учебным контентом на основе э, следующего ролика. Перед тем, как его показать, я э, покажу э, свое предложение по курсу, которое будет у меня в ближайшее время, в середине октября. Я думаю, что 17 числа он начнется. Э -э. На страничку курса вы можете перейти по вот этой вот ссылочке. Не буду сейчас ее давать в чате. Или точнее я ее дам после того, как запущу ролик. Приглашаю всех на свой курс. Он еще пока непонятно, какие габариты будут у этого курса. В ближайшее время, в ближайшую неделю мы с компанией «Ракурс» определимся что это будет за курс сколько он будет стоить и когда он начнется это мой курс будет по учебному видео он будет запускаться в третий раз существенно дополненный и расширенный ну не хочу тратить ваше время больше на свою рекламу давайте посмотрим учебный ролик и я думаю что я и так много вашего времени лишнего потратил по ходу этого учебного ролика вы сможете в чате задавать свои вопросы а я постараюсь на них ответить сразу по окончанию ролика итак смотрим наше второе видео Коллеги, ну вот мы с вами подошли к концу нашего сегодняшнего вебинара. Он у нас оказался немножко длиннее, чем я сначала предполагал. Ну, тема уж больно захватывающая. Я вижу, что количество участников почти не уменьшилось. Я, видимо, все-таки сумел как-то захватить ваше внимание. Надеюсь, что сегодняшняя тема оказалась для вас полезной или окажется полезной в будущем, потому что, конечно, те почти десяток сервисов, которые я вам дал здесь, они полезны и каждый сам по себе, не только в контексте темы сегодняшнего вебинара, но вообще любой из этих сервисов может оказаться вам полезным и сам по себе. Я вообще большой сторонник использования бесплатных интернет-сервисов. Что ж, коллеги, давайте ваши вопросы, если они есть. Да, информации, конечно, много сразу. Да, но вы знаете, я попытался, так как я уже не первый год веду онлайн-курсы, я попытался сконцентрировать информацию из нескольких онлайн-курсов вот в таком одном вебинаре конечно он наверное недостаточно полон для того чтобы полностью погрузить вас в эту проблему но я думаю что он вот моя сегодняшняя задача зарядить вас энергией для того чтобы вы сами как преподаватели стали создавать свои хорошие материалы в сети и при помощи этих материалов могли бы могли бы себя продвигать потому что это очень очень важно для нас в настоящее время мы должны себя показывать в, в сети с наилучшей стороны. ну что ж коллеги сейчас еще подожду минутку после этого я как всегда, Выключаюсь из эфира и еще минут 5 остаюсь в чате для того, чтобы собрать те вопросы, которые, может быть, вы еще печатаете. Напоминаю, что в приложенных файлах вы можете найти расписание следующих наших вебинаров. Наши вебинары идут по четырем различным циклам. Сегодняшний цикл ⁇ это электронное обучение. А еще есть два цикла, посвященные электронным библиотечным системам, один посвященный электронному авторству. Приходите на, ваши, на наши вебинары, я надеюсь, что все наши 50 вебинаров будут полезны той или иной категории наших потенциальных слушателей. Коллеги, до свидания, приходите на наши вебинары, я еще 5 минут в чате готов ответить на ваши вопросы. Всего хорошего.